Оренбуржье – многонациональный регион, где проживают представители свыше 100 народов и народностей, подробнее узнать о которых поможет этногеографический атлас. В нем представлены многолетние исследования Оренбургского отделения Русского географического общества. При подготовке этого издания авторами были проведены полевые исследования, собраны и обработан архивный и статистический материал, применены ГИС-технологии для составления карт. Атлас состоит из 6 глав, каждый из которых сопровождается картосхемами, графиками и диаграммами. Это позволяет наглядным образом увидеть, как почти за 3 столетия изменился этнический состав Оренбургского края, определить места проживания крупнейших этнических групп области и выделить несколько типов историко-культурных территорий, составляющих культурное наследие региона. Изюминкой атласа является глава, посвященная топонимии, благодаря которой каждый может узнать, какой культурный след оставил тот или иной народ. Таким образом, перед нами не просто полезная книга, но еще и уникальное справочное и методическое пособие.